вход на концерт академического ансамбля песни и пляски Государственной пограничной службы Украины, что проходил в ДК имени Тараса Шевченко 10 апреля, был свободным. Так что посмотреть на киевских артистов пришли не только военные, но и все желающие. И надо признаться, те, кто завернул в этот день на огонек в ДК, был очарован, впечатлен и восхищен профессионализмом коллектива, который его руководитель, он же ведущий, полковник Василий Неграй, как бы в шутку назвал лучшим в Украине. И в самом деле, с первой минуты концерта от сцены нельзя было оторвать глаз. Половина коллектива – заслуженные артисты Украины. Прекрасный вокал, разнообразный репертуар, продуманная мизансцена. А балет? Просто невероятно, с какой скоростью танцоры двигались по сцене, сколь слаженными и ультрасложными были их танцевальные композиции. Пели заслуженные артисты Юрий Ракул, Алена Лукашова, молодые, но очень талантливые певцы Тимур Усманов, Антон Медалист, Татьяна Паламарчук и многие другие. В самом начале концерта прозвучали патриотические песни о людях в зеленых погонах, об Афгане. Но в целом репертуар был веселым и развлекательным. Остается только добавить, что посвящен был концерт 20-летию пограничного ведомства Украины и 40-летию самого ансамбля «Песни и пляски», который в течение весны дает концерты по всем городам и весям, на которых есть пограничные службы. Оксана Картельян, веб-студия «Курьер».